Привет из Сан-Паулу. Это Лена Килина и Распутин, мой друг, так сказать, карантина. Соответственно, вот та комната, в которой я оказалась и нахожусь до сих пор на время карантина в Сан-Паулу. Я не выхожу уже месяц на самоизоляции. Это вид с крыши моего здания, собственно, где я живу. Это очень находится в центре, историческом центре Сан-Паулу, построено знаменитым бразильским архитектором Рене Леви. Вот, и это вид, собственно, на 25-миллионный город. Вот. По данным ВОЗа, практически сейчас, на сегодняшний момент, заражено около 20 тысяч в Бразилии. Вот. Очень много активных кейсов. Ну, трафик, конечно, очень сократился, так как у меня выход дома, собственно, на вот именно проезжую часть. И я могу следить каждый день за тем, что проходят поезда, метро, автобусы. Вот, но и значительно сократилось. Если говорить о том, как проходит карантин в Сан-Паулу, то, конечно, это достаточно, как и у всего мира сейчас, очень непростое время. Вот. Но мы держимся, у меня есть Распутин. Вот. Но здесь сейчас по бразильскому времени практически зима, но на улице температура 20 градусов, вот солнце. Мы будем надеяться на хорошее.